Рубіга! Що ти робиш? На фронт є! Силу там показу, знаєте! Руки за голову! Борзий, бля! Руки за голову, я туди, нікого не бити! На фронт їдьте, там борзий показує! Прошу, камера. Що, я? Покажи, руки, руки, руки! Смотрите, ребята, ну что за ёб вашу мать? Саша, лица все. Стало стыдить. Ну все, кто висит. Пацаны, почему вы на этот марш напали? Ребята, на какой марш? Вы думаете, что нормально секс-меньшины пропускать в здравой белой стране? Ребята, вы думаете, что нормально, когда, блин, белые люди воюют на Украине? Ой, за Украину. Девушка, ну вашу мать. На Востоке. Да что за требуется, может это назвать? А эти секс-меньшины, блин, идут тут парадом. С какого хера спрашивается? За что ребята гибнут, блин? Разве за это? Разве за то, что молодежь сейчас милицию избивает? За активную гражданскую позицию, да? Сядь, парень, сядь. Отойди, пожалуйста. Ребят, тише. Парень, сядь. Локти, дайте мы нам заменим. Кто такой смелый из-за спины, а? Ты смелый, кабан, нет? Кто из-за спины смелый, говорю? А кто смелый из вас? Я помещник народного депутата. Ты готов? Кажу, тут не готов. Спокойно. Ты потом был? Три раза. Да не три помню. Раза. Где ты самый был? Можешь сказать? Что? Где самый был? Что цей хлопец зробив? Скажите, что цей самый был? Був потом! Я ты був потом! Горите, ребята! Мне уже я тебе сказал. Где ты был потом? Мужики! Реально! Обосрался! Подходи быстрее сюда! Сюда подходи! Сюда, сюда замыкаем круг! Круг замыкаем! Замыкай. Все. Все, стоим. Стоим. Игорь, Игорь, забирай людей через подземную. На ту сторону? Да, через подземную. Можно быстрее обратно взять. Снимай. Так, Тарас, что мы делаем дальше? Сдаем скоро и все. Я думаю, что здесь уже... Да, хорошо. Кук, забирай рюкзак, Аня здесь остается, мы пошли. Кто твой напарник? Аня. Илья. Илья! Он смотрит, да? Друзья. Так, копцы. Так, Анечка. Ты с ним? Слышишь, только в руки в скорую и номер скорой. Хорошо? Я бы ответил, я копцы был. Кто? Милиция? А кто его ударил? Побачили, какие у вас это с порядкой, зашли, разобрались. Бачимо, вибігають на ключі. А де ще обряд? Це міліціонери зробили? Так, звісно. А ви бачили все особисто? 22 номер показки начинається. Адрес, це все, що ви зробите. Адрес, хто там, не скажете зараз, ні? Так, от, ми на базі. Де ми знаходимося? А скільки чоловік тебе біде, можливо? Чоловік 5 шефів. Милиционер. Да не, он дай кто. Так, лежи, 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 стоять, все нормально. А вы как показали? Thank you.
А можно сказать, как это произошло? Я какой-то хлопец по очереди кинулся на корте, я просто его знал, что он был уже готов. Я прямо ждал нашего атака, с ним зависит. Хлопец в форме пришел. Еще далее было. Ну а сзади я уже увидел, когда на их утром, когда падал, увидел, что на шлеме был номер, начинался на 22. Все. Да. А, даже газом шли. Прям как на Майдане, все повторяется. Я только смотрю. Александр, я только с Адо приехал. Куда ты поехал? Короче, мой Майдан. Может, поближе зовут? Сейчас, зачем? Ты ж был поранен на Майдане. А, ну, давай. Вы просто плохо... Так, мы никого не били, ничего. Так, полиция повела себя так само, как зачистили Микович. Нынешняя влада – это фактично єдродовжний режим Микович. Ви же наш президент, ви ж є засновником партії регіону, як всім відомо. На сьогоднішній акції ми бачимо, що нічого не змінилося. Ця влада просто перефарбувалася, робив вигляд, що вона проукраїнська, робив вигляд, що вона хоче будувати на Україну. Я не бачу ніяких реформ, я не бачу ніякої демократії, ніякої свободи особистості. Я взагалі не бачу нічого проєвропейського в цій владі. Ця влада зраджує на нас на фронті, зраджує нас тому, зраджує сфору. Це питання, знаєте, чим це? А я з ним служити, служити. Він працівник медіа, положений сторони. Я перезвоню. В області, блядь, сім'я. Забирай, хлопці, свого хлопця. Йди з відеокамерами своїми, це саме. Вы прекрасно знаете, что ситуация с этим гей-парадом. Вы в курсе прекрасно, потому что там и депутаты, и все остальные, дипломаты и курсы. Хотим мы, не хотим, мы обязаны обеспечить порядок. Вы это прекрасно знаете. А что? А что? Ну так а что? Тогда какого? Ты знаешь прекрасно, что я нахожусь, что я обеспечу, что я сделаю. Ну так зачем? Надо строить местную державу. Они Оля, ты сядь. Которые, блядь, за что боролись, пацаны, на Востоке? Да а, за что борются? Я на Востоке был, он на Востоке. Кто из вас был на Востоке? Я искал. Кто из вас был на Востоке, а? Я с батальона уже и стрелять. Оля. Так а нахера сижать, на какие-то расы, блядь. Пацаны, за что, блядь, север умер? За что, блядь, мои братья погибали? Ты думаешь, я тут корону держись? За что, блядь, мои братья погибали? Там пацаны воюют. Я буду нахуй за что ты орешь? Я до конца буду идти за свою страну. Я плачу. И ты забрал. Молодцы, я тоже забрал. За какую правду? Нельзя выйти ныне в саму! Стойте нормально, никаких провокаций, передайте далее! Мы в конце тут стоим! Без провокаций! Все слышали! Под Димтауном! Нет, спокойно, сейчас выйдем с нормально! Будем искать дальше! Вы смотрите, если будет драка, еще журналисты будут выступать. Поэтому и выпускайте.